спинка, Настя, ровно-ровно, не падай вперед. Держать спинку, тянуть носочек и смело смотреть вперед. Вот уже 22 года своих подопечных учит Татьяна Голландцева. В танцах только девочки, это про ее коллектив. В разных группах занимаются несколько десятков воспитанниц, им от 6 до 18. Мы занимаемся народным танцем, не современным, не эстрадным, не классическим, а именно народным. Но станок, так сказать, подготовка корпуса у нас все равно идет через классический станок. Это балетные движения хореографические. Сегодня занятие проходит в новом зале. Его изюминка в зеркалах, станках и даже в свете. Не софиты, просто светлые лампы, специально выбранные для этого помещения. Но главное – это пол, точнее его покрытие. Оно только для профессиональных занятий танцами. Создано специально для девчат. Такое есть только в крупных хореографических студиях. У нас теперь нет никаких колонн. Прекрасное покрытие, хорошие станки, красивые большие зеркала, где не только мы можем поправить свои движения, но и подрастающее поколение, которое только-только начинает сейчас развиваться и влюбляться в народный танец. Вот такой ремонт обошелся почти в 1 000 000 рублей. Танцевальный зал сейчас в полном распоряжении девчат, задействован он на 100%. Танцовщицы репетируют сложную программу для выступления во Владимире. Тем временем администрация первой школы готовит для всех еще один подарок. Это новенький актовый зал. Предмет нашей гордости – система прожекторов, новая сцена, которую мы увеличили, новая стенка, которая будет работать кулисами, и прекрасный 3D-проектор, который будет давать 3D-изображение. Всю эту красоту навели в актовом зале чуть больше, чем за месяц. Работали, не покладая рук. Перекрасили стены, сейчас они нежно-персикового цвета. Вместо старой паркетной доски на полу теперь самый современный и прочный коммерческий ламинат. Осталось только поменять дверь, повесить занавес и расставить мебель. Нам сделали хорошую, нормальную вентиляцию, которая будет давать возможность наполнять зал до 200 человек, и людям будет комфортно на мероприятии любого уровня и любого по времени. Первые выступления в обновленном актовом зале запланированы на декабрь. Здесь же, к большой сцене, будут готовиться и девчата. А пока тянут носок у станка и держат спинку, выписывая пируэты в танцевальном зале. Ксения Казакова, Александр Попов. Специально для канала Реутов.